Самара отметила 97-летие со дня рождения Дмитрия Ильича Козлова. В честь великого конструктора в музейном центре «Самара Космическая» начала работу праздничная выставка. Фотографии, письма и личные вещи почетного гражданина Самарской области. С открытия экспозиции сюжет нашего корреспондента. Вся история отечественной космонавтики в одном здании. И Дмитрий Козлов здесь один из главных героев. На открытие выставки пришли родственники и коллеги великого конструктора. Все с улыбкой на лице вспоминают, каким он был на работе и в жизни. В 1958 году я молодой специалист. Впервые увидел его, когда он приехал как замглавного конструктора Сергея Павловича Королева, чтобы наладить серийное производство. Он был требовательный, строгий. Но в то же время в бытовых условиях он всегда был простым, доступным человеком. Выставка в честь Дмитрия Козлова расширяет стандартную экспозицию «Самары космической». В ней представлены фотографии и портреты, а также один редкий артефакт. Личный подарок от завода «Металлист» великому конструктору. К дню рождения, просто они знали значимость, вернее, я не понимаю значимость этого человека великого. И вот прям художник нарисовал его портрет на самоваре. Семья вот поделилась с нами таким артефактом. Выставка приурочена ко дню рождения Дмитрия Козлова, но в этот раз у ее организаторов и посетителей есть дополнительный повод для праздника. Еще один памятный знак, связанный с Дмитрием Ильичем Козловым. Визитная карточка областной столицы, символ, который знает каждый турист еще до приезда в город. В этом году музейному комплексу «Самара Космическая» исполняется 15 лет. Главное украшение фасада музея сделано в Самаре под чутким руководством бюро Дмитрия Козлова. И именно он был инициатором возвращения ракеты домой через 17 лет после первого пуска. Теперь же архитектурный памятник высотой почти 55 метров – одно из главных украшений города и символ предстоящего чемпионата мира по футболу. Кирилл Козин, Андрей Авдеев, «Новости губернии».